Ремонт участка дороги по Колымскому шоссе подходит к завершению. В этом году от кольца 31-го квартала до моста в районе автовокзала обновили асфальт с установкой армирующей геосетки. Также вдоль шоссе улучшили вид прилегающей территории. Вдоль отремонтированной пешеходной зоны поменяли колодцы, выполнили озеленение. А сегодня завершают установку освещения. Проезжую часть украсят 43 граненых фонарных столба с диодными светильниками. Их планируют подключить до конца ноября. Проект благоустройства осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Обновлением участка по Колымскому шоссе занимается подрядная организация ООО «Восток Капитал». По словам гендиректора Вячеслава Михайлова, на реализацию проекта выделили 80 миллионов рублей.